Встрече 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне регион готов. Губернатору доложили о предстоящих праздничных мероприятиях. Начнутся они уже 5 мая. В 11:30 у памятника героям фронта и тыла состоится торжественная церемония нанесения на памятные медальоны вновь выявленных фамилий двух ивановцев, героев Советского Союза и двух полных кавалеров Ордена Славы. 9 мая в 9:30 в Балино и Соснево состоится возложение венков. В 11 часов у памятника героям фронта и тыла торжественный митинг. В 15:00 оттуда же стартует шествие бессмертного полка. В 22 часа на площади Пушкина запланирован салют. Массовая перевозка пассажиров кладбищем будет организована с 6 до 15 часов от остановок площадь Победы и улица Карла Маркса. Также службы такси 41 и 42 заявили о бесплатной поездке до мест захоронений для инвалидов, участников войны и сопровождающих их лиц. Участки центральных проспектов и улиц областного центра сотрудники ГИБДД будут на разные отрезки времени перекрывать. Исходя из этого, были скорректированы схемы движения общественного транспорта. Сокращение подвижного состава не планируется. Горожане, которые будут смотреть фейерверк на площади Пушкина, смогут уехать до 24:00. В остальные праздничные дни транспорт будет работать по расписанию обычных выходных дней.